Здравствуйте! Сегодня мы хотим вам рассказать о корпусной IP-видеокамере со сменным объективом от компании Smartech STC-IPM3077A. Данная камера предусматривает передачу видеоданных в форматах H264, MPEG-4 и Motion JPEG с битрейтом до 12 Мбит в секунду. Модель оснащена матрицей Sony XMORE CMOS Progressive Scan размером 1 к 3 дюйма. И имеет разрешение 1,3 мегапикселя, при этом снимая со скоростью 30 или же 25 кадров в секунду. Модель оснащена функцией расширенного динамического диапазона WDR, имеет тревожный вход и выход, а также слот для microSD-карт. Имеется микрофонный вход и один аудиовыход, питание осуществляется по PoE. В комплект поставки входит диск с программным обеспечением, насадка на объектив, а также ключ, адаптер для питания и сама камера. Спасибо за внимание!